сахпан – один из древнейших казахских музыкальных инструментов. Раньше он широко использовался в животноводстве. Во время военного приплода чабаны применяли его для погона овец, а пахари при помощи него отпугивали птиц в поле. Позже некоторые музыканты стали использовать его как аккомпанемент, и постепенно сахпан превратился в музыкальный инструмент. Сахпан используется для придания дополнительного звучания тем частям музыкального произведения, которые исполняются в равномерном ритме. Затем к нему присоединяются и другие инструменты оркестра. Раньше нам трудно было играть на сахпане, однако, когда его дощечки стали изготавливаться из прочного дерева, он стал удобным инструментом. Сахпан изготавливается из крепких сортов дерева, таких как кизильник и камнеломка. Его длина примерно равна 18, а ширина 2 сантиметрам. Если же говорить о форме инструмента, то его основным элементом являются тонкие деревянные дощечки, выстроенные в ряд на нити или же проволоке. Для того, чтобы звучание сахпана было более выразительным между каждой дощечкой, оставляют небольшой зазор. Технология изготовления инструмента несложная. Весь процесс занимает всего 5 часов. Этот сахпан изготавливается из красного дерева. В целом, основным сырьем для инструмента являются прочные сорта деревьев. Его также можно вырезать из плодовых деревьев, таких как яблоня. Сахпан непременно нужно делать из высохшего дерева. Все дощечки должны быть одинаковой формы. Сам процесс изготовления не требует много времени. После того, как инструмент готов, на него наносят национальные узоры и разукрашивают различными тонами. Если раньше сахпан использовался чабанами для погона овец, то сегодня этот музыкальный инструмент является неотъемлемой частью оркестров и ансамблей, используемый с целью аккомпанирования музыкальных произведений и придания им особого звучания.